2 августа на тренировку выксунского «Металлурга» был приглашен болельщик команды Борис Моров, завоевавший это право среди более чем сотни участников конкурса прогнозов. После проведенной разминки он принял участие в нескольких упражнениях, а также пробил пенальти Александру Давыдову. Вот что Борис сказал по завершении тренировки. Тренировка для основного состава, в принципе, прошла, видно, очень серьезная, такая хорошая, плодотворная. Для меня с непривычки просто очень тяжело было, хоть и вот принимал участие в пару-тройке занятий, но почувствовал саму атмосферу тренировки, в принципе. Очень понравилось, ребята, тоже команда прекрасная. Впервые в жизни вообще бил настоящему вратарю, не просто так любителю, а настоящему вратарю, легенде тем более. Ну, первые три магия сказалась, скорее всего, этого вратаря. Волнение, все три мимо, но два оставшихся я собрался, ну, где-то, наверное, он мне немножко помог почувствовать себя увереннее. Я забил, ему очень рад, потом всем буду рассказывать. Рассказал он и о выполненных упражнениях. Больше, конечно, игровые понравились, потому что они не требуют такой единовременной физической нагрузки, то есть это беговые такие в квадрат, но такие тяжелые, которые даже не пытался сделать, это прыжки в высоту, оббегание стоек, ведение, сразу удар, то есть нужна была скорость, пока для меня это недостижимо. А также поделился мнением о субботнем матче «Металлурга». Трудно что-то прогнозировать, потому что команда потерпела такие два болезненных поражения в предыдущих матчах. Ну, думаю, что ребята все-таки соберутся и надеемся на положительный исход. Ну, а дальше игра покажет, лишь бы погода не была жаркой. Ребята, я думаю, выложатся на все 100, чтобы победить. Посмотрим. Прогнозов давать не буду в этот раз.